Здравствуйте, уважаемые игроки, с вами канал LarixPro, игра на ФК-арена, и в этом выпуске мы будем проходить испытание арены для нового персонажа из других измерений, для Квин. Итак, портреты, Квин, где же там она в самом-самом конце почти что. Чем примечательна особенность прохождения вообще этих арен испытаний? В этот раз всего лишь 6 боев необходимо провести, чтобы собрать финальную награду. При этом награда, в принципе, не уменьшилась. Мы получаем здесь в основе те же 60 элитных камней. Здесь 60 кормовых камней, 300 кристаллов и по мелочам еще всякого разного. Прохождение будет проходить по раскладке, которую я нашел из интернета. Выложу, в принципе, ее во всех соцсетях наших, которые у нас представлены в описании к видео и в прикрепленном комменте. Вот, как, что будет идти, сейчас просмотрим. Но я уже прошел это событие, поэтому будем использовать вот такой вот макрос. Так, Квин-арена испытаний. Что касается вообще этой раскладки и в целом Квин, как персонажа. По раскладочкам. Ну, как бы некоторые команды, вот состав команд, не совсем был для меня приятен, не совсем был как бы для меня вот, как бы сказать, ну, подходящим. То есть я в основном играю другими персонажами и пытаюсь там некоторых героев не использовать. Поэтому некоторые бои, конечно, затягивались. Но особенно это сказалось больше на Джокере, но и с Квин тоже были некоторые моменты. А некоторые команды, наоборот, меня приятно удивили, то есть сочетание некоторых героев стало настолько интересным, вот, и эффективность этих персонажей в команде, стоит отметить, что была очень-очень высока. Так, ну поскольку идет у нас макрос, да, мы никакие кнопочки не нажимаем, просто ждем, пока появится следующий противник. Так, команды противников очень-очень интересные. Противники, вот конкретно даже эту команду, если взять, да, у нас и Бог, да, Бог Молнии, так мы его назовем, и Нара, то есть мощные противники, Скрэх, которого не выбьешь, и Артур. То есть танки не убивающиеся прям. Вот. Урончик здесь, правда, у них Лукреция, но она тоже может задать жару, если ей дать такую возможность. Вот конкретно после первой ульты все, Лукреция начинает уже бомбить. Тяжело ее потом выбить уже. Поэтому я, в принципе, когда вообще использую команды против Лукреции, пытаюсь составить такую расстановку, таких персонажей поставить, чтобы Лукрецию выбивать одной из первых. В случае, если она, ну, имеет достаточный уровень прокачки. Соответствующий уровень угрозы у нее. Но пока поговорим о Квин. То есть, в целом, я бы так сказал, что даже, наверное, недооценил этого персонажа. Когда проходили испытания, просто вот герои, да, смотрели, как он там работает, как он там использует свои способности, да и вообще почитали навыки. Ну, мне показался герой, ну, не то что сыроват, а как-то такой вот, ну, не то не сё. Вот сейчас же смотрю, что да, действительно, у персонажа хорошая выживаемость, вот, но опять же, достигается эта выживаемость за счет дополнительного щита, который активируется всякий раз, когда появляется мотоцикл Яхана. Чисто вот в соло, да, там, допустим, поставили Яхану, это будет появляться, там, Квин в соло, ну, не затащит особо. Некоторые бои, там, ну, против одного-двух персонажей, там, недобитых, да, возможно, Квин еще сыграет. А когда на нее уже будет нацелено 2-3 и больше целей, то сразу же ее гасят. Но в целом, насчет щита, да, тема интересная. Особенно если под ускорением будет находиться Квин, Яхана будет появляться часто, то, соответственно, и щит будет активироваться довольно-таки часто. Пусть там и небольшой процент идет на щите, но в целом тема хорошая. Ну вот конкретно вот этот вот раунд,
Я бы, наверное, поставил все-таки других персонажей. Поставил бы, да, вот Рован Нара. Вот взял бы еще Эзиша обязательно. И, наверное, поставил бы Розалину. Но наши заграничные коллеги выбрали такую пачку. То есть здесь уклон, что на Квин, что на Джокере был все-таки сделан нагромил. Вот, и немножечко вот некоторые герои были все-таки как соло, прям вот показывается, как этот герой выбивает всю пачку. Но это посмотрим уже, наверное, в другом видео, на Джокере. Движения сами у Квин мне очень понравились. То есть есть сочетание и элегантности, и вот какого-то такого стиля, да, то есть резкость какая-то такая, мощь. Грация, то есть все очень-очень сбалансировано, и вот приятно наблюдать за персонажем. Но кастеты вот эти большие, такие огромные, это все-таки перебор. Что-что, а вот здесь вообще не катит. Насчет героев вообще, образов, да, персонажей из персоны, которых добавили, вот Джокер и Квин, маска. Ну, то есть формат маски у них примерно одинаков. Так, сейчас что-то макрос слетел, надо будет его редактировать, смотреть. Причем тоже непонятно, вот насчет макросов. Только что, вот прямо вот перед записью этого видео, прогнал макрос, сработал на отлично. Вот все четенько было, отработал как нужно. Вот, а сейчас, видимо, чуть-чуть как-то по-другому нажался, не знаю, вот что-то не сработал. Но буду их еще тестить, макрос пока еще сыроват. Скорее всего, появится уже в раздаче через денечек. Потещу еще на разных аккаунтах, как он там себя будет вести, на разных разрешениях, то есть будет видно. Так, ну вот здесь конкретно, да, вот бой. Получается, у нас есть Ортус против еще одного Ортуса и против Скриата. Нет, они сейчас проиграют. Тут макрос, да, не сработал, посыпался. Давайте сейчас быстренько переставим, посмотрим, кого тут куда можно поставить, добавить. А возможно просто... Так, секундочку. Так, возможно просто навыки чуть-чуть по-другому влезли. Хотя это очень странно, тут такая тема не должна вообще работать с навыками. Да-да, все правильно вроде стоит. Те герои, которые нам нужны и выставлены. Ну, как вариант, давайте вот так вот сделаем. Вот как у них так получается, да? Прошлый бой мы буквально прям слили сразу, прям вот сходу слили. Этот бой прям победа стопроцентная. Так, что у нас там, где персонажа потеряли нашего? Все, это был, получается, финальный бой, то есть финальный поединок. Затащили там, всех выбили. И дальше уже на сбор сундучка, который был вот здесь. Как-то так. То есть в целом герой мне понравился. Вот понравился чем? Ну, как я уже сказал, вообще образом. В целом постановка движений, вот... фишки в плане его вот срабатывания, актуальность активации понравилась. То есть, вначале вроде как бы сыроват он, но если он чуть-чуть разойдется, все-таки подраскачается у него защита, подраскачается критический удар, и тогда да, тогда уже оглушение будет идти практически постоянно. То есть герой стоящий. Но в каких командах его прям можно использовать так, чтобы
компанию, я пока, конечно, не вижу, вот честно. Если того же Джокера еще можно как-то вот приспособить к делу против противников с уровнем в 2, а то даже и в 3 раза выше, то Квин пока что еще не вижу. То есть нужно ее тестить более детально. Так, ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках.